Девочки, мои дорогие, девочки, мальчики, все зрители, дорогие друзья, у нас с вами вторая часть и, соответственно, ваш покорный слуга Екатерина, которая вещает каждую пятницу из Испании, из Малаги, из ювелирного салона, пред вами в красивых украшениях. Первую часть обязательно посмотрите, я там совместилась с тем, что уже показывала, соответственно, с новыми украшениями, которые есть. Жемчуг у нас в данных видео, и не только в данных, да, вообще у итальянцев в привилегированном положении, поэтому сочетается со всем, что только можно себе представить. Сейчас я кое-что вам опять интересное покажу, и начнем с новых серёг и вот с такой красивой нитки скультивированного жемчуга. И надела я дерево жизни, арболи, дерево семейное, дерево, да, фамильное дерево, как кто хочет, красивые кулоны, которые, соответственно, я вам не предлагаю вместе с серьгами, хотите отдельно это, хотите отдельно это, но тем не менее цветовая гамма сама говорит за себя. Сережки с самоцветами — очень хорошая цена, девочки. Сейчас я вам все покажу, расскажу. Первая часть великолепная, великолепная. Друзья, у нас с вами 269-е видео, вторая часть. Мы с вами выходим, так сказать, к праздникам. Кто еще не успел на Новый год, вернее, уже, если вы сейчас приобретете до Нового года, наверное, думаю, не дойдет, хотя в Германию дойдет, да, Ксюшенька, привет всем девочкам в Германию, в Финляндию, Танюша, привет, привет огромный в Голландию, всем, всем, всем. Так что хочу сказать? Хочу сказать следующее, что мои контактные данные я закреплю в комментариях под данным видео. Вы сможете связаться со мной в WhatsApp, Viber, девочки. Не смотрю практически электронную почту, поэтому пишите в WhatsApp, Viber. Это как-то удобнее сразу, вот, ну, в общем-то, и переписка удобнее, и как-то все это быстрее происходит, да, для меня так точно. Вот, у нас с вами Италия, серебро 925-я проба в лимонном золоте, золото 18 карат. В конце видео покажу 5 красивейших кулонов золота 18 карат, но сейчас смотрим пока с вами серебро. Секундочку, хочу снять то, что хочу снять. Этикетку по серьгам, которые были в первой части, так и не нашла, с аквамарином и берилами, девочки, не знаю. Выпадет с меня, когда приду. Когда приду домой. 59 евро. Жемчуг культивированный и серебро в лимонном золоте. Вот эта ниточка, кто хочет, и 85 евро кулон. 85 евро кулон. Серебро перламутр накар, да, в лимонном золоте. Вот такой крупный. И вот такая ниточка. Ну, вы этот кулон можете на любые ваши... Я в первой части показала очень много всего интересного. Кстати, у меня с турмалином есть за 75 евро турмалины. И здесь вроде и застежка, но она у вас останется с обратной стороны, сзади. Вы знаете, специально делаю, не могу сегодня от вас оторваться, специально делаю вторую часть, потому что хочется и хочется показывать украшения. Я знаю, что вы будете балдеть на... праздники. Кто-то смотрит раньше, кто-то смотрит сразу, кто-то смотрит вперед без звука, чтобы быстро зарезервировать и отложить и заплатить. Потом уже просматривают мои видео со звуком, да, и уже делятся впечатлениями, пишут мне: смотрите, как на турмалиновой нитке, тоже замечательно. Сейчас сережки посмотрим вблизи. И есть у меня еще турмалиновая, вот такая же 59, она будет потоньше, девочки, смотрите, какая прелесть. Видите, да? Турмалинчики, девочки. Здесь вставлены шарики, серебро в лимонном золоте. Вот такая вот мелочь, а приятно, да, как говорится. Можно одну пониже, другую повыше. Тонкие можно пониже, толстенькую повыше. Так застегивать не буду. Вы видите, да, в соотношении, в разнице. Ну, прекрасно, как на жемчуге, так прекрасно и на... Вы видите, да? Все по одному экземпляру. 59 евро, мои хорошие. Вот такая красота, да? И что я хочу сказать, пусть это будет на мне. У меня очень красивая здесь есть цепочка, серебро в лимонном золоте, тоже в одном экземпляре, красивый резной крестик. Цепочка стоит 43 евро с шариками. А сколько стоит крестик? Я думаю, что все вместе стоит 43 евро. Это было в одном экземпляре. Смотрите, какая прелесть, серебро в лимонном золоте. Но я еще уточню у Флоры. Но я думаю, все вместе 43. Здесь цена, я думаю, да. Девочки, цены, ну, вот, вот здесь золочение золотом 18 карат. Вы понимаете, да, насколько это? И насколько это красиво смотрится. Девчонки мои пошли покурить. Стоят. Наша бабусечка баритонит там. Так. Сегодня наша подружка была в ударе от моей кофточки. Вот этой, такой женственной. Такая лапочка бантики.
И вся цветовая гамма, вот украшения, которые мы сегодня показывают, так или иначе, подходят к моему внешнему луку, к моему образу, да? Девочки, смотрите, какая прелесть. Смотрите, какая прелесть. Всем моим дорогим, любимым привет! Я хочу, чтобы вы вдохновлялись, просматривая мои видео, да? И делали покупочки. Контактные данные закреплю в комментариях под данным видео. Вот так смотрится этот крестик. Великолепие сплошное. Сейчас сниму сережки. Или давайте я их попозже сниму и вам покажу. Они очень красивые. Здесь вот такая вот у меня есть кулончик с молитвой на цепочку. 23 евро. С обратной стороны гладкая. Серебро в лимонном золоте. С этой стороны молитва и крестик, девочки. Так как Бог един, один, для кого это не важно, то, соответственно, имею в виду, что здесь на испанском, я думаю, католическая молитва, но не имеет значения для людей верующих, потому что, девочки, есть две цепочки. Они проданы были еще, заказали, кто хочет. Пришло на 10 евро подороже, было по 39, одну Наргиз забрала, другую Алочка, по-моему, забрала. Ну, кто-то из девочек, по 49 евро, мои хорошие. Они были по 39, вот эти две пришли подороже. Но это не мы ставим, это как бы вот кто нам посылает. Это в лимонном одна, другая в белом, да? Но тоже хорошая цена. Красиво они смотрятся, тоже ваши кулоны, в том числе кулон дерева. Давайте посмотрим. У меня есть, допустим, кулон в розе, да? Смотрите, какая красота. 165 евро, тяжелый, увесистый, здесь эмаль, здесь очень красивая работа. Сейчас я сниму цепочку. Он на цепочке за 18 евро с шариками, да? Кто захочет, то пожалуйста, почему нет? Ну, а я хочу вам показать совсем другой эффект. Совсем другой эффект. Почему? Потому что такая задумка. Такая задумка. Девочки, сейчас, конечно, погода, берегите себя. Очень много кто простыл. У меня тетя сейчас находится в госпитале, моя няня, да? У Пушкина была няня, у меня тоже есть. Вот так. Чем и горжусь, она у меня в госпитале, поэтому няня, люблю тебя, выздоравливай, моя хорошая. Вот у нее Флора сейчас чихает, под унисон, под Флорин этот, как его, чих. В общем, что хотела сказать. А, да, и вот тетя заболела, да, у нее температура, пневмония. Ну, уже все, она идет на поправку, потому что у меня мама сегодня получила посылку с подарками, с одеждой, со всеми прочими делами. И, конечно, там есть подарочки для тети. Я говорю, тетя, все, надо, говорю, уже выздоравливать, потому что пора стебать в театр. Она у меня театральная, она любит театры разные такие, выставки, все прочее. Я говорю, уже пора идти на выставки, хватит лежать там в госпитале, некогда, нечего врачам работу давать. Вот она говорит, все, теперь я точно выздоравливаю, иду на поправку. Вот, поэтому так, девочки, берегите себя. Обязательно, да? Смотрите, я надела на эту цепь. Ну, это шедеврально. Это шедеврально. 85 евро здесь вот серьги, самоцветы, серебро в лимонном золоте. Посмотрите, здесь розовый кварц, полупрозрачный, берильчики. Красота. 85 евро. Легкие, девочки, штифт занижен. Великолепные серьги. И что я хочу сказать. Кто захочет за 49, мои хорошие, цепочку... У меня сейчас сегодня такое настроение, прямо, знаете, я бы снимала и снимала еще 20 часов здесь стояла, вот правда говорю. Вот я снимаю с турмалина и надену сейчас на это. Смотрите, дерево лимонное. Тома де аго, Флорида. Где ты пас? Карамель. Сиум карамель, уаль. Смотрите, девочки. Оно шикарно. Шикарно. Очень красиво. Вот такие идеи я вам подкидываю. Девочки, сейчас покажу вам с очень красивым, это называется дуплет. Это не будет рубин, будет дуплет. Но у него эффект рубиновый. Очень красивый комплектик. Новенький мы забрали, если кто хочет на подарок. Классика жанра, но здесь такие камушки, здесь такая красота. Это серебро в лимонном золоте, золото 18 карат. Сейчас я все надену, вы увидите. Это сработает на контрасте. На 17,5 колечко. Здесь фианиты. Вы видите, да? И этот камушек. У нас столько красивая цветовая гамма, что я понимаю, что классика, но не могли удержаться. Я говорю, это надо брать. Пускай будет у нас. Флора Эспрессио Портодо Пунтус. 115 евро. Все вместе стоит. Цена отдельно не продается. Кто захочет, то, пожалуйста, 115 евро. Смотрите, девочки.
Это настолько красивый камень, там такие красивые включения, как рубин натуральный, серебро в лимонном золоте сейчас я надену. Кто хочет сделать подарок, 115 евро, и вы делаете шикарный подарок для ваших родственниц, да? Мне неудобно застегивать, я не хочу долго перед вами этим заниматься, но сейчас постараюсь. Вот так, смотрите. Очень красиво смотрится, девочки. На плотную одежду, конечно, это не надо, но как мне вам еще зимой показать? Каким макаром? Больше никаким макаром. Мои крошки, смотрите. Ну что, мы должны на прошлой неделе... Значит, у нас в пятницу, я как вам говорила, да, еще обязательно что-то выставлю, да, у меня в другом моем YouTube-канале на Катя.ру. Мы были в ресторане с девочкой, у нас было 7 человек, все с кем мы ездили в Брюссель. Потом было Рождество католическое, мы там отмечали дома. И до этого мы с Флорой планировали поехать посмотреть огонечки, рождественскую малову, центр, в общем, посетить. Утром я встала, ничего не предвещало беды, девочки, все было нормально, я завтракаю, получаю удовольствие от жизни, время было где-то часов 9, наверное, утра. Смотрите, какая красота, моя хорошая, смотрите, какая прелесть. Да, это классика, но это класс, это как ваши золотые украшения. Золочение это плотное. Ну так вот, завтракаю, чувствую что-то твердое у меня во рту, не пойму, что такое, когда я понимаю, что... У меня сломался зуб, откололся на две части. Но не было предела радости, когда я еще и поняла, что эта коронка слетела, которая стоит 1275 евро, как одна копейка. Проносила ее 2 года. Вот вы знаете, сейчас вот расскажу историю. Так, ну в общем, не важно. В общем, запись, я говорю, Флора, какие огоньки, какое это самое, надо делать срочно зуб, а то я на Рождество останусь без зуба. Ладно, доведенты. Ла история. Мы коренус и романа, и финаль по ламаньяна. Ой, ну отродье, ну. Отродье, отродье. Это у нас еще вот Флора говорит, у нас это записано в нашем этом. Девочки, вы смотрите, да, все 115 евро, ну это шикардос просто полный. Ну я быстрее, потому что праздники, еще найти свободное окно, чтобы они меня записали. Ну, в общем, сделали они мне то, что я, соответственно, красиво выглядела. Девочки, это уже была, ну, одна из передних висибельных, да, видных частей в улыбке. Вот, и что я хочу сказать там? А, ну вот заодно зубки почистила. А что-то я хотела, какую мысль-то сказать. А, и вот когда-то я стала вспоминать. Когда-то, когда я еще приехала с России давным-давно, в 2006 году. И в тот же год, или в 2007, я попала... Нет, к врачу-то я всегда ходила, к стоматологу смотрела за зубками. Прошло там какой-то период времени, мне нужно было поменять пломбу, потому что я хотела поменять в жевательном зубе. Я была у врача, у испанского, он мне говорит... У вас тут какая-то пломба, ее даже невозможно в это самое достать. Зачем вы ее хотите менять? Я говорю, что значит невозможно достать? Он говорит, это вам еще в России с советских времен поставили. Мы таких явно не ставим, это не в Испании ставят. Я говорю, ну вот так она у меня, учтите, с 20, наверное, лет, и до сих пор вы ее сейчас, я хочу ее просто поменять, ее не видно, да, это мое желание поставить боль. Она говорит, может и не надо, если она у вас уже столько стоит, зачем ее трогать? Так вот, я вспомнила эту историю. Про то, что здесь вот коронки 1275 на 2 года, да? Нормально, так если каждые 2 года. Благо, что у меня она одна, эта коронка. А то вот если у людей полон рот, то я вам не завидую, люди, кто здесь вот в Испании. Это вообще трындец. Вот, я про себя думаю, вот пломбы-то были в советские времена. Поставили, и все, и стоит. И ничего у меня не болело, ничего меня не беспокоило. У нее потом говорит, у нее цвет-то какой-то странный. Я говорю, какой цвет? Он говорит, красный. Я говорю, не говорите мне, что значит красный. Я говорю, что это если Красная площадь Союз Советских Социалистических Республик и пломбы, что ли, красный? Он говорит, правда красный цвет? Мы еще так посмеялись с ним. Да. Ну, в общем, вы поняли, да, девочки? Раньше делали на совесть. Холодильник какой-нибудь Орск, Оренбург или Саратов. Он же весь сгнил, а мотор работает. Стоит. Работает вот так. А сейчас все, 2-3 года, все, покупайте новый, с вас 1000, распишитесь под это самое. Все тленно, не вечно, кроме украшений смеральда серебро. Я ношу их 20 лет, вот как они были в идеальном состоянии, так и есть. И це правда, девочки. Сейчас хочу это надеть. Почему? Потому что мои хорошие подходят мне по цветовой гамме. 155 евро стоит. Оно еще есть, смотрите, какая красота. Оно такое вот дискрето от итальянского мастера, ручная работа с жемчугами, с венецианским бисером, с аквамаринами, с агатами.
И здесь серебро в лимонном золоте. Вы посмотрите, какая красивая цветовая гамма. Это спокойный зеленый. Он спокойный. Он настолько прекрасный. Он настолько... Смотрите, как красиво. Это просто шикарно, на мой взгляд. И я достану сейчас кольца. Два кольца. Они будут с цветными фианитами. Одно колечко 65 евро на 17,5. А второе кольцо, одно в лимоне, другое в розовом золоте, но не видно. Но тут камушки повторяются, поэтому я хочу вам показать. Второе будет на 16,5. Смотрите. Смотрите, какая красота. Оно подходит. В розовом золоте 45, 65, крупное в лимонном. Вы видите, в розовом и в лимонном. Вот такая прелесть, девочки. Прелесть, на мой взгляд, да? Прелесть. И давайте я покажу вот это кольцо. Ох, красивый здесь хризопрас и культивированный жемчуг. Оно разъемное, но сейчас оно на 16,5. У кого маленький размер, то пожалуйста, но можно сделать его больше. Вот такое красивое хризопрас жемчужина, крупное. Можно с этим ожерельем, можно эти кольца, как вы хотите. Хотите это, хотите вот это. Здесь очень красивая работа. Наши знаменитые кольца от Эсмеральда Серебро. Посмотрите, какая прелесть. Итальянские мастера, девочки, для вас с любовью такое делают. Здесь просто законченность великолепная. Кольцо идеальное, просто идеальное. Вы видите, да, цветовая гамма шикарная. Эти я снимаю. И есть еще с хризопразом, с янтарем и с аметистом вот эта ниточка. Здесь просто великолепная она по тактильности. Вот. Ну, я не могу вам... Кто приобретет, да, и почему я ее опять достала, девочки? Потому что она, естественно, в наличии. Просто мне сейчас цветовая моя гамма, да? Цена 249 евро. Здесь вот такой вот замочек. Вы также можете сделать, если захотите, повесить какой-то кулон сюда, если у вас будет желание. Я не говорю, что сейчас нужно все вместе. Каждый берет то, что берет, то, что хочет взять. Но я вам показываю, да, то, что у меня есть, чтобы вы видели. И что бы я хотела? Здесь это подходит? Нет. Давайте я надену вот это кольцо. Кто захочет, ну это просто. Посмотрите. Здесь янтарь и жемчуг. Янтарь и жемчуг. Подходит к этой ниточке. Это кольцо под... да, подходит к этому. Но вообще оно все сочетается. И то подходит. Девочки, красивая история. Перст недобротный. Огромное количество серебра. 273 евро стоит, но есть за что, поверьте мне. Есть за что. Это вот добротная, красивая, дорогая. Законченность, история, да, законченность просто здесь. Браво, брависсимо итальянским мастерам. Для нас с вами, для всех русскоязычных девочек, да, которые смотрят меня, мастера делают такую красоту. Это просто прелесть для всех, кто хочет купить, приобрести. Но в основном я русская, да, меня смотрят все, кто понимает по-русски. Я говорю по-испански, по-русски, понимаю на других языках, еще но не говорю. Поэтому, профессор, я как собака все понимаю, сказать не могу, да? Так, что еще? Что еще? Ну, это я считаю, что нужно брать. Давайте возьму, девочки, веер. Веер. Мне надо взять веер. Ну, что же это? Прям какую-то зеленушку надо взять. Сейчас я вам... Ой, красота, девочки. Красота. 83 евро, мои хорошие. Односторонний. Смотрите, какая прелесть. Давно я вам не показывала эту веер. Это сандаловое дерево. Запах шикарный. Стоит 83. Смотрите, с обратной стороны вот таким вот образом. И здесь вот такие очень элегантные, красивые цветы. Девочки, и для тех, кто не ходит по каким-то свадьбам, банкетам, я там знаю, но не ходите вы. Но вот я тоже давно на свадьбе не была. Что-то никто не хочет жениться. Вот. И что хочу сказать. Будет ли это, вы будете это использовать? Маршрутку сел. Как это, вздохнули всей маршруткой. Вот, и все будут дышать в маршрутке. Вы так начнете обмахиваться. Во-первых, от эстетического... Вот как он обмахивает, аж витрина трясется от эстетического удара. Все будут от красоты в обмороке. И вы сидите как королева. В общем, как царица, да, как поет Анастасия. Я обожаю, когда она поет. Ее голос шикарная женщина, шикарная певица. Вот. Так. Ну, по поводу ее красоты, я, конечно, больше за натуральность, девочки, все-таки надо уже останавливаться, что-то менять сильно. А по поводу голоса, это шикарно, это ее богатство. Девочки, красота.
Очень красивая цветовая гамма, спокойная, но очень красивая. И вы знаете что? Чем закончу? Чем закончится наша с вами любовь? Хочу надеть сережки, лазуриты, аквамарины надену. Показывала, но еще раз покажу. И на этом, а еще золото у меня есть, 233 евро, но раз уже достала, 233 евро лазуриты. Аквамарины, шикарный вариант. Шикарный вариант. Тоже показывала вам, но хочу еще раз показать. Потому что, да, вы в празднике, потом не говорите, потом кто-то заберет, начинают девочки опать. Кольцо ушло, а серьги остались. Сейчас я надену данные сережки с кианитами. Великолепные серьги. 295, девочки. Вот когда вы получите, вы поймете, почему такая цена. Вы поймете. Это сложно объяснить на камеру, но те, у кого глаз алмаз, все видят. Это как золотое украшение. Это серебро в лимонном золоте, золото 18 карат. И оно действительно по законченности приравнивается к золотым украшениям от того, что я уже померила тучу серег. Но этикетка нам не помешает. Ох, хорошо мне синий. Ох, люблю я это синие цвета. Люди идут, смотрят в окошко, завлекаю. Девочки, очень красиво. Очень красиво. Слов у меня нет, но как красиво. Это можно в два оборота сделать. Здесь крупные камушки. Здесь великолепный блеск. Перит очень красивые вставочки. В лазурите красивые аквамарины, красивые жемчуга. Можно сделать тоже, как я уже вам сказала, в два оборота. Как вы хотите, на ваш взгляд. Как вам удобно. И что еще? Ну все, я думаю, на этом серебришко-то все. А сейчас мы с вами... А это мне Флора тут цепочек. Сейчас мы с вами... Я вам покажу кулоны, девочки. Покажу золотые кулончики. Это уже будет золото 18 карат. Это серебро у нас в золоте 18 карат. Цены я вам назвала. Видите, да? О, шикардос здесь. Очень красиво. Я еще вблизи видео сделаю. Сейчас я покажу вам это вблизи. Настолько просто здесь. Посмотрите, девочки. Посмотрите. И здесь шарики. Серебро и золото. Боже, это такое великолепие. Всем мои хорошие рекомендую наше украшение. Сама ношу, сама люблю. У меня сундуки ломятся. Ломятся от этой красоты. И пусть дальше ломятся. Так, что хочу сказать. У меня есть кулончики. 5 штучек. У нас с вами совсем скоро. Давайте я вам покажу Святая Милагроса. Верхин Милагроса. 246 евро. Смотрите, девочки, какая красота. Это кто католики, то пожалуйста. Кто не католики, это все равно вас защитит, потому что Бог один. Это золото 18 карат. Вот она, это Вирхин. У меня есть цепочка. Сейчас я подберу. Подберу вам какую цепочку. Можно вот эту. Эта цепочка 415 евро. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Надену цепочку сюда. Раздеваем. 246 кулончик. Это длинная цепочка, кто захочет. Сейчас я надену, вы все увидите. Может быть, у кого-то шейка поплотнее, да, и вам, соответственно, нужно... Что вам нужно? Вам нужно что-то подлиннее. Вот так оно смотрится, вы видите, да? Святая Милагроса, девочки. Вот она. Вот она. Цепочку я вам тоже поближе покажу. Следующее то, что у меня здесь есть. Это также защита. Здесь мама с ребенком. 256 евро стоит данный кулон. Сейчас я надену на вот эту цепочку. Цепочка увесистая, красивая. 649 евро, девочки. Увесистая. Она у нас уже в одном экземпляре осталась, поэтому не ошибемся. 259 евро кулончик. Мама с ребеночком сзади вот так. Можно надпись сделать, допустим, да, какую-то. Может быть, там кто-то мамочке подарит. А может быть... Да, новоиспеченные мамочки. А может быть и для ребенка это для защиты. Чтобы было на шейке у ребенка тоже. И смотрите, сейчас я надену. Вы увидите все, как это будет смотреться. Эти все кулоны остались по одному. Это еще приобреталось давным-давно. Вот таким вот образом. Вы видите, да? Я все вместе сейчас как смогу, так сооружу. Так, теперь у нас здесь следующий Каприкорний Козерог, я думаю. С 22.12 по 20 января. Скоро у Козерога день рождения.
Поэтому я вам предлагаю Каприкорнию вот такой, золото 18 карат. Сейчас, девочки, мне надо еще вам ответить. Здесь написаны и даты, когда Каприкорнио, когда Козерога. И вот он. Мне надо вам ответить, почему. Потому что мне там Ксюша спрашивала цепочку для мужа. Потом Жанна Валиманию, Жанночка, спрашивала цепочку для нее. Может, она сейчас увидит какую-то цепочку здесь себе. Вот это уже покороче. Цепочка стоит 270, но она плотненькая и весит тоже. У нас все в одном экземпляре, девочки. Вот Каприкорнио, да? Сейчас я надену, вы все увидите. Вы потом скрины мне сделаете. Я их вблизи сделаю видео, да? Сейчас их все цепочки нацеплю на один манекен. И все. Видите, какая я умелица-то? Сейчас зависимся, как по полной программе. Близнецы. Кулон у меня есть, девочки. С 22 мая по 21 июня близнецы. Хименес называется. Хименес по-испански. Близнецы. Давайте я вам переверну, покажу. Вот такой ободочек вокруг. Поэтому, девочки и мальчики, близнецы, кому надо, то пожалуйста. И сейчас надену на шикарную цепочку. Ну, близнецы еще ждут, но тем не менее. Заранее сани готовим. Цепочка итальянская, 419 евро. Здесь белая, лимонная, очень красивая такая работа. Вы увидите все вблизи на видео, девочки. Просто не хочу, чтобы сейчас у меня камера отключилась. Сейчас я надену близнецы. И застегну, и будем с вами радоваться жизни. Да? Радоваться жизни. Насколько занимательны мои вот эти выступления, мои уроки. Просидела наша бабулька, глазом не моргнула, как она, близнецы, и все тут у меня, девочки. Ой, красотища. Еще осталось. Рыбы. Рыбы у нас с вами скоро. Рыбы у нас в феврале, да? Сзади уже даты нет никакой, просто вот такие рыбки здесь, и по краям вот такая вот штучка, а сзади уже ничего не написано. Но если кто-то подарит, может какую-то гравировочку сделать. 397, плотненький кулончик. Почему цена разная у кулонов, разный вес в золоте. И на цепочку надеваю за 738, девочки. Тоже такая увесистая, плотненькая. Прям плотненькая. 738. Здесь 615. 6 грамм. Ну, прям чувствуется плотно, добротно. Так, секунду. Сейчас продену. Красота. 5 цепочек. Кто-то хочет цепочки без кулона, я не возражаю. Сейчас я надену. Девочки, я хочу просто все, чтобы вы видели длину цепочек. Вы понимаете, да? Я увешана по полной программе. Но это приятное ощущение. Вы видите, да? Вы все видите, девочки. Окей? Вы видите длину цепочек. Видите длину цепочек. Золото золотое блестит. Мои хорошие, мои любимые, мои дорогие, я буду с вами прощаться, закругляться. Будет видео, где вы увидите все вблизи. И пока видео не вышло, вы мне в личку пишите, я вам направляю то, что вы хотите купить. Коротенькие видео каждого украшения, которое вы хотите, да? Давайте для пущего эффекта возьму веер. Возьму вот такой веер испанских мастеров, 79 евро, двусторонний, красивый, тоже зеленый, цветовая гамма обязывает, да, меня сегодня такое настроение. Шикарная, 79 евро, вот такой здесь он уже лаковый. С обратной стороны вот таким вот образом. Девочки, мои хорошие, всех с наступающими праздниками. Я думаю, что уже сегодня какой? 26-е. Я хочу посмотреть дату. Секунду, мои дорогие, я посмотрю дату. Сейчас буду всем отвечать, но я хочу посмотреть другое. Сегодня 26 декабря, вторник. Я снимаю для вас. Видео выйдет в пятницу 29-го. 30-го, 31-го. В воскресенье уже Новый год. Всех тогда с Новым годом, девочки. Всех с Новым годом. С наступающим. Далее, когда вы будете смотреть, уже будет наступивший. Вот, желаю вам только приятных эмоций. Желаю вам всего самого доброго, приятного, да, и чтобы сбывались ваши мечты. В общем-то, все мои пожелания из года в год, они только с удвоенной силой, да, только я вам в большем количестве всего самого теплого и приятного для вас.
Ну что же, покупайте украшения со смеральда серебро. Спасибо вам, мои хорошие, что вы были с нами весь этот год. Я надеюсь, что мы будем с вами продолжать и продолжать. Я так точно для вас с удовольствием буду здесь пред вами стоять на данной площадке. Спасибо YouTube огромное, что нам дает эту возможность. Мне, в частности, что я могу снимать мои сериалы пятничные, да, которые вы все так ждете. И смотрите даже старые видео, да, предыдущие видео. Я уже, честно говоря, со счету сбилась всем тем комментариям и всем тем добрым теплым словам, которые я получаю в личку и в YouTube. Девочки, вы у меня золото, вы у меня настоящее золото. И вы самое мое большое богатство, мое достижение, мое есть чем гордиться, что такое огромное количество людей покупают со мной украшения, доверяют мне, любят меня, ценят меня, уважают меня. Премного благодарна, буду только идти в том направлении, что вы будете еще лучшего мнения обо мне, и я никогда вас не подведу. Всем спасибо за покупки, и мы с вами увидимся, ну, уже в новом году получается, но на катеру, я думаю, увидимся раньше. Всех целую, обнимаю, все сейчас отсниму вблизи, чтобы все смогли разглядеть. Всем пока, море счастья, море красоты. В этом году закончить его прекрасно, и в следующем тоже. Пусть все невзгоды, все напасти уйдут прочь, даже не будем об этом вспоминать. Мы с вами будем говорить только о самом теплом, добром, прекрасном, душевном. Пусть будет этот год, вы и закончите, и встретите с хорошим застольем, пускай даже маленьким вашим кругом, да, там, я не знаю, вдвоем, втроем, неважно. Ну, пусть это будет душевно, пусть это будет тепло, пусть это будет вас радовать. Всех целую, всем всего хорошего, девочки. И до скорой связи.